Чё, где тут моя капуста? Вы что, капусту не положили? А вот она, нам. Тут еще был кусочек с капустой. Только другой. Где моя капуста? Хочешь мороженое и овощи есть? Потому что тут нету моей горошки. Горошки там есть. Смотрите, ребята, я так само положила ему капусту. Там нету моей. Я спрятал на зиму горох. И сельдерей положила. Там чего был такой... Вот оно холодное. Он был такой черненький, а тут его нету, такой вкусный. Чтоб я его вроде съел. Кукурузка там тоже. Это же все твои любимые, правда, холодные? А холодные, потому что лето. Я вот подумала, если мороженое, коньячкам нельзя. Из-за них, ребята, я из-за нее как раз и заболел. Неправда, ребята. Он все любит, не верьте нашему... Нашему хомячку. Он просто крутит носом. Он крутит носом, он все любит покушать. Смотрите, все съел. Голод не тетка. Я ничего не ел. Я попросил, чтоб бабушка клубники привезла. Что с тобой, Семочка? Семочка, надо срочно на зарядку. По-моему, его раздуло, ребята. Да не раздуло меня. Или он ожирел? А может, ты тогда укроп посыпала? Ребят, может, он съел укропу? Мамочки, может, бабуля ему накормила пирожками с укропом? А я и не знала об этом. Я не помню, чтоб она мне давала. Вроде позавчера подавала. Меня раздуло, я был как футбольный мяч. Чтоб бабушка, блин, из меня выкачивала насосом всю еду. Семочка теперь не может зарядку вытаскивала. Делать. Нужно, значит, его посадить на диету. Какую а диету? Какие-то препараты. Специальные вот эти полезные бактерии, что ли? Ну, холёсенький такой. Ну, Сёмочка. Как желе, да? Похоже иногда на желе у нас. Ага, если хочешь меня сварить и съесть, да? Вот желе. Не надо туда залазить, ты не выберешься, Сёмка. Выберусь. Сёмочка. Мой колесенький. Вот какой салатик мы тебе приготовили. Ага, только все сразу не ешь. Только бабушка, потому что сейчас придет. Потому вы салатик и дали. Принесли сюда. А сейчас бабушка к нам в гости придет. Сами уедете в ресторан. Ты куда? Это же креветка, тебе такое нельзя. Можно. Я такое как раз люблю. Ребята, ваши хомячки едят морепродукты? Если едят, напишите, пожалуйста. О, такое тебе можно. Это сосоночка специальная, вкусненькая. Типа хлопья, ребята. Хлопья, какие хлопья. Катается туда-сюда, как мячик. Ай, как мячик. Скрутишь меня и бим. Будешь катать. Ты не можешь выбраться, Сёмка. Я же говорила, не залазь ногами туда. Ну, ёлки-палки. Так
такие глаза. Даже не моргает. Да. Это испорченная была. Семечки не понравились, что ли? Сама не поняла. В чем дело, это ж любимое? Они соленые. Ребят, ну что такое? Как только съемки, так у нас начинается какая-то проблема. Съемки. Поверни за съемки. Я Сёмка, покажи ребяткам, какой у тебя красивые щечки. Вот такой. Вот такой, давай. Да. Давай, молодец. Это не соленое, это тоже не соленое. Это солененькое. Это не соленое, это тоже не соленое. Давай, мой хороший. А это соленое. Это умничка. Это можно горькая. В цирке участвовать. В каком цирке? Он умеет все трюки выполнять. Угу. И сидеть, и лежать, и бежать, и пердеть. Он все умеет делать. Да. А я даже шить умею, да? Ой, какой это круто. Семочка. Я даже умею руками что-то брать, даже стаканы держать умею, наверное. Опа! Смотрите и любуйтесь, я ним любуюсь каждый день. Ребята, она меня засунула в эту миску. Сказала, сиди. А ну-ка.